Встречу с работодателями города для студентов СГУ организовал отдел по трудоустройству вуза совместно с Центром занятости курорта. Подобные ярмарки вакансий в университете проходят регулярно, как для выпускников учебного заведения, так и для тех, кто продолжает грызть гранит науки. Когда ты заканчиваешь университет, трудоустроиться на работу очень тяжело, потому что требуется опыт работы, как правило, 1 год, 2 года. И поэтому мы уже сейчас говорим нашим студентам, ребят, крутитесь, вертитесь, но нужно уметь в этой жизни совмещать и учебу на очном отделении, и работу. И тогда вам будет трудоустроиться очень легко. Работу для студентов сегодня предлагали крупнейшие предприятия города. Это и сети магазинов, и гостиницы, и банки, и предприятия из сферы развлечений. Фирмы не просто презентовали свои вакансии. Студентам рассказали, как грамотно составить резюме и о правилах прохождения собеседования. Кроме того, те, кому это интересно, смогли пообщаться с крупнейшими работодателями Москвы, Нижнего Новгорода и Краснодара онлайн.